Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, почему кошка метит в доме. То, что кошка справляет свою нужду не в лотке, не всегда является свидетельством того, что животное плохо воспитано. Иногда мяукающие любимцы метят в доме из-за проблем со здоровьем, сильных стрессов, течки. Рассмотрим основные причины, почему кошка метит в доме, и попробуем разобраться, что нужно делать при каждой из них. Проблема со здоровьем – первая причина, почему кошка может метить в доме. Возможно, у животного цистит или мочекаменная болезнь, которые не позволяют питомцу регулярно ходить в лоток. При подозрениях на проблемы со здоровьем у животного обязательно обратитесь к специалисту. Ветеринарный врач проведет обследование и назначит лечение. Сильный стресс – вторая причина. Очень часто кошки начинают метить территорию в новой квартире после переезда или показывать с помощью меток, что они здесь главные новому питомцу или жильцу. Движет в эти моменты ими страх и неуверенность в себе. Проявите терпение к своему любимцу, постарайтесь минимизировать стресс, купите новую игрушку кошке, начните уделять ей больше времени. Как правило, когда стресс проходит, кошки перестают метить в доме. Течка – еще одна распространенная причина, почему кошка может метить в доме. Таким образом, животное призывает партнера. Для хозяев в этом случае есть несколько вариантов – устроить случку, обратиться за консультацией к зоопсихологу, ветеринару, попытаться скорректировать поведение животного, стерилизовать или кастрировать кошку. Плохое воспитание кошки – четвертая причина, почему животное может метить в доме. Если котенок не был приучен к туалету, нечего удивляться тому, что во взрослом возрасте он позволяет себе метить территорию в доме. Если вы застали кошку в момент совершения проступка, брызните на нее водой из распылителя, либо громко хлопните в ладоши. Со временем животное поймет, что метить в доме плохо. Поведение во взрослом возрасте у питомца сложно корректировать, поэтому прежде чем воспитывать взрослую кошку, обратитесь за консультацией к специалисту. Таковы основные причины, почему кошка метит в доме. Для каждой из них есть свое решение. Проявляйте терпение к вашему питомцу, проверяйте его здоровье, старайтесь предотвращать стрессы в его жизни. И даже если кошка ведет себя плохо, помните, что любую проблему можно решить. Ни в коем случае не отказывайтесь из-за этого от животного. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!